12 членов у нас присутствует 16 членов Совета. Поэтому можно начинать работу. На повестке защита диссертации Букатова Алексея Станиславовича, начальника лаборатории технологических проблем акционерного общества «Авиаагрегат» и доцента кафедры распределения материалов нашего университета. Тема диссертации – методология оптимизации конструкции и технологии поверхностного упрочнения авиационных деталей на основе критерия жесткости напряженных координированного состояния. Работа представлена с искание ученой степени, доктор технических наук по специальности 01206, динамика, прочность машины, приборов, аппаратуры. Работа выполнена в Самарском университете на кафедре распределения материалов. Научный консультант, доктор технических наук, профессор Павлов Валентин Петров, заведующий кафедрой распределения материалов Самарского университета. Официальные оппоненты. Доктор технических наук, профессор, академик РАЕ Макаров Владимир Федорович, профессор кафедры инновационной технологии машиностроения Пермского национального исследовательского политехнического университета. Доктор физико-математических наук, профессор Радченко Владимир Павлович, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Самарского государственного технического университета. И доктор технических наук, профессор Шейпель Вячеслав Тимофеевич, ведущий специалист службы сертификации водной годности ПАО ОДК «Сатурн». Ведущая организация – Уфимский государственный авиационный технический университет. А сейчас слово ученому секретарю для ознакомления с документами. Секретационный совет поступили следующие документы. Заявление Попова Алексея Станиславовича с просьбой принять предварительное рассмотрение и защитить выполненную дисциплинационную работу на всех методологии оптимизации конструкции и технологии поверхностного упрочнения авиационных деталей на основе критерия жесткости напряженности формированного состояния по специальности динамика прочности машин приборов по аппаратуре. Заверенный копии диплома кандидата технических наук. Соискатель 2009 году защитил диссертацию. Разработал метод определения режима упрочнения тонкостенных деталей ВПД на основе исследования технологических остаточных напряжений и деформаций на соискании ученых техник, инстатистических наук, специальности и к этому все не уходят тепловые объекты, тепловые объекты, аппараты. Имя Владимира Павловича, знание прочности, машины, боевых аппаратов. Заключение Самарского университета принято на заседании кафедры распределения материала 27 февраля 2019 года. Отличная актуальность в выполненной работе нужна практическая значимость. Приводится сведения о публикации автора и о публикации работы. Дело заключения о том, что работа является завершенной, и данная рекомендация для представления институционной работы в защите. В дистанционном деле имеется заключение экспертной комиссии в составе доктора технических наук профессора Белинка, доктора технических наук профессора Пушкова и доктора технических наук профессора Кузьмичева. Проверка системы антипрогер показала, что оригинальных текстов диссертации составляет 84%. Тема и содержание диссертации соответствует классу специальности 01-26, динамика прочности машин, прокуратур по пункту 2, 3, 7, 8, 9, 10 областей исследований, отрасли наук, технической науки. Диссертация отсутствует предварительный материал без ссылки на автора и источник заимствования результатов научных работ. Выполнены дискуссии ученых степени авторства и без ссылок на сайт. Диссертация отсутствует. Недостоверные сведения о опубликованных дискуссиях ученых степени работах, которые изложены основные результаты диссертации. Текст диссертации представлен диссертационный совет идентичен тексту диссертации, размещенный на сайте Московского университета. Комиссия сделала вывод, что рассматриваемая диссертация представляет собой законченную научной предпринимательной работы, соответствует критериям установленных положений в обсуждении ученых и выделяемых докторской диссертации. Экспертная комиссия подготовила проект заключения с Ассоциационным советом. Попал в лицензию с искателем партии Алексей Станиславович 1985 года рождения. С 2009 по 2015 год работал старшим преподавателем кафедры технологии машиностроения в материале государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Ярославский государственный технический университет. В 2013 году и 2016 году обучался в очень практике Самарский университет по специальности на тему дома 6 центр высочества и другого подпрактуры. В 2015 году в настоящее время депутатом работает ПАО «Агар», 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 должности начальника лаборатории технологических проблем и по совместительству процентов кафедры специальных материалов Самарского университета. По теме диссертации опубликованы 115 работ, в том числе 19 статей, лицензированных научных изданий, «Дронный факт номер РФ», «Дронный факт РФ», 52 работы для конференции, 12 работ опубликованы без сайта. Представлены сведения и материалы соответствуют установленным требованиям. Спасибо. Есть ли вопросы к ученому секретарю? Нет вопросов? Хорошо, спасибо. Тогда слово представляется Алексею Владиславовичу для доклада, пожалуйста. Жесткость напряженного состояния значительно изменяет пластический.
возрастные свойства увеличивают. Это подтверждено результатами экспериментов как на образцах в многоцикловой и в малоцикловой области. На данных слайдах показаны результаты испытаний и показано, что при увеличении предел-выносливости критерий, разработанный критерий уменьшает. На данных слайдах показана зависимость разработанных критериев от предела выносливости. В малоцикловой области также проведены исследования и показано, что при уменьшении количества циклов критерий, разработанный критерий увеличивается. При этом интенсивность напряжений остается примерно на одном и том же уровне. Таким образом, критерии более информативно характеризуют напряженное детерминированное состояние и более адекватно связано с выносливостью. Далее, исследование корреляции критериев напряженности фермента состояния исследовалось на различных образцах с различными концентраторами. Показано, что при увеличении разницы концентратора критерии падают. И они адекватно коррелируют как с интенсивностью напряжения, так и с главными напряжениями. Эти исследования проведены как в круглой области, так и в кругопластической. В кругопластической области наблюдается эта же корреляция, то есть при увеличении концентрации напряжений критерии возрастают. Также были проведены аналогичные расчеты по уточненной диаграмме механических свойств, то есть учтено свойство материалов, изменение свойств материала. И показано, что уже после первого приближения значительно улучшается точность расчетов напряженного деформированного состояния. И значительного повышения точности после второго приближения уже нет. На основании сделанных работ разработан метод оптимизации конструкции на основе критериев анализа, отличительной особенностью которого является то, что изначально анализ конструкции делается по разработанным критериям, и в результате также идет уточнение механических свойств, и обязательным условием является обеспечение условия прочности. Апробация проводилась на различных деталях, в частности, диски компрессора Б30КУ, и показано то, что после различных доработок выносливость увеличена даже с 2000 циклов до 23000 циклов, то есть примерно в 10 раз. При этом интенсивность напряжения практически не изменяется, а критерии комплексные уменьшаются практически в 2 раза. Также исследовалось, осталось на области дисков компрессора, изготавливались образцы, и показана та же корреляция, то что при повышении выносливости критерии значительно уменьшаются, при этом интенсивность напряжения либо остается на том же уровне, либо изменяется незначительно. Аналогичная работа проводилась для турбин вала, турбин низкого давления. Далее критерий жесткости использовался для совершенствования технологии упражнения. Отличительной особенностью метода назначения режимов упражнения заключается использование удельной энергии поверхности пластически деформированного слоя для разработки понятия эквивалентных начальных напряжений, которые эквивалентны по энергии поверхности пластически деформированного слоя. Ранее в аналогичных работах использовалось интегральное для остаточных напряжений. Вместе с тем было получено выражение эквивалентных начальных напряжений, и далее проводились экспериментальные исследования. То есть проводилось исследование предела выносливости и взаимосвязь его с режимом упражнений. Работы проводились на следующем оборудовании, все
также последовательность определения параметров режима, в которой ключевым образом изменена последовательность назначения. Если ранее мы назначали режим упрочнения по результатам испытания на выносливость, то сейчас предлагают использовать критерии жесткости для первичной оценки напряженного формирования состояния деталей с учетом упрочняющей обработки, после чего проводить прогнозирование технологических остатков деформации на этой же модели. Если деформации в допуске, то режим упрочнения выбирается. Если деформации не соответствуют допускам, то либо выбираются различные зоны, либо уменьшается режим в зависимости от того, какая деталь подвергается упрочнению. Также был разработан новый метод моделирования начальных напряжений в поверхностном слое деталей. Здесь показан образец, выполненный методом конечных элементов. И поверхностный слой этого образца смоделирован особым образом. То есть в него мы можем загрузить как точную эпюру, так и осредненную эпюру. Причем осреднение делается на основе эквивалентных начальных напряжений, которые разработаны в нашей работе. В чем достижение данного исследования? В том, что используется осредненная эпюра начальных напряжений, которая повышает точность расчетов за счет того, что по толщине образца используется всего лишь один элемент. И это позволяет рассчитывать детали сложной геометрической формы без значительного увеличения времени расчета. Помимо этого смоделирован процесс перераспределения начальных напряжений и образования остаточных напряжений. То есть в результате расчетов образуются остаточные напряжения, которые мы получаем методом дробления, то есть они полностью коррелируют, и остаточные деформации. Апробация этого метода проводилась в сравнении с известными методиками аналитическими и экспериментальными данными. Показано то, что наиболее точным является экспериментом, является расчет по эквивалентным начальным напряжениям с учетом краевого эффекта. То есть деформация образца практически соответствует. Аналогичная работа проводилась для деталей кольцо. Тоже показано то, что по эквивалентным начальным напряжениям с учетом краевого эффекта расчет наиболее близок к результатам эксперимента. А далее методика применялась для прогнозирования геометрических размеров деталей. На слайде показана ось воздушного судна Ил-76. Проводилось прогнозирование изменения диаметра и увеличение диаметра. То есть деталь изначально была бракована, после упражнения поверхности пластическим деформированием ее удалось привести в корпус. Вновь разработан также универсальная конечно-элементная модель лопатки, которая позволяет оптимизировать и внедрять в производство процесс позвонков партнёпокрома. Это перспективный метод упрочнения, который осложняется тем, что от партнёпокрома очень большие остаточные деформации, препятствующие внедрению данного метода производства. С помощью данной модели показано, что, во-первых, этот метод эффективен, во-вторых, можно оптимизировать глубину проклепа и степень проклепа и устанавливать деформацию в пределах допуска. Также работы проводились на подкосах Сукор Супер-Жестов, для которых предъявляются повышенные требования по геометрической плотности. С помощью этого метода был назначен режим упрочнения, обеспечивающий деформацию в пределах допуска. Применительно к конструкции исследовалось диск компрессора до 30 и проводились испытания на выносливость. Мной была создана конечная элементная модель поверхностного упрочненного слоя замкового соединения, в котором было смоделировано остаточное напряженное деформированное состояние, и оно являлось исходным для прочностных расчетов. То есть результаты моделирования диска после упрочнения применялись в дальнейших прочностных расчетах при прогнозировании волоцикловой усталости. В результате чего получена хорошая корреляция результатов экспериментов и результатов расчетов. На образцах она очень хорошая, то есть 50 циклов испытания и расчетное количество 51 тысяча циклов. На дисках
несмотря на все расчеты, до сих пор наблюдается разрушение замкового соединения. Была создана параметрическая, универсальная параметрическая модель, и с помощью этой модели методом многофакторного эксперимента проводилась оптимизация, в результате которой было получено оптимизированное замковое соединение, и сейчас это, на основе этой методики рассчитывается на полусатурн лопатки ОТД-110 замковое соединение. Получено распределение параметров по ширине и длине поверхности. И здесь на этих графиках также показано, что зарождение трещин идет не с поверхности, а под поверхность. То есть критерий жесткости показывает это. Применительно к взлетно-посадочным устройствам проводилась работа относительно правильности ТИЛ-76. При модернизации воздушно-судной ТИЛ-76 увеличилась его масса, при этом конструкция правильности осталась прежней, в результате чего наблюдались разрушения при испытании. Была проведена работа по анализу конструкции правильности, и была выявлена зона, которая классическими прочностными расчетами не выявлялась. Эта зона показана вот здесь. В результате чего была изменена геометрическая форма этой зоны, а также были назначены режимы упрощающей обработки, которые позволили повысить долговечность травер. Аналогичная работа проводилась для элемента шасси АН-72, который также испытывал разрушение. И благодаря тому, что была внедрена нами на АО-агрегат роботизированную установку упрощающую, а также пройдена аккредитация, мы смогли внедрить дифференцированные методы упрощения, и на данной детали упрощается исключительно область перехода, которая подвержена разрушениям, в результате чего выносливость данной детали была увеличена. В развитии нового научного направления предложены следующие мероприятия, основными из которых являются разработка норм и стандартов расчетов прочности с учетом изменения механических свойств материалов в зависимости от жесткости напряженного контролируемого состояния, а также обеспечение геометрической точности деталей путем управления остаточными напряжениями и установление остаточных информаций как дело. Основные результаты выводы представлены на данном слайде. Уважаемый член Совета, надо зачитывать основные результаты выводов. У нас они есть. Никто не настаивает. Все, спасибо. Тогда, пожалуйста, тогда. А другие физические.
предварительно исследования проводились на износостойкость, и было получено увеличение износостойкости до 2 раз в зависимости от различных режимов упражняющей обработки. И далее планируется исследовать взаимосвязь. Но вообще это возможно. Она заключается непосредственно
почему диски сплошные из центральной отрезки всегда возвращаются? Не ворчи, не надо. Thank you.
Нет, я вопрос понял, и я думаю, что этот диск, это актуальный диск, то есть если сейчас эти двигатели используются, так... Я почему спрашиваю вопрос, потому что вы же понимаете, что это совершенно разные самолеты. Да. Мы самолеты, ближний магистральный, другой, дальний магистральный, с того, как все попадаются в разные разработки, совершенно разные. Совершенно разные. Вот этот диск, он, и вот эта проблема, она существовала для этого двигателя, для этого химического двигателя, независимо от того, где он применялся, хоть это наземное, хоть это воздушное судно. И сейчас оно внедрено и используется для всех двигателей, независимо от их поставки. Данные, это жарительские данные, да? Что? Вот эти данные, это жарительские? Да, я понимаю.
давление на компьютере, диаметр шарика, расстояние от вклада детали, скорость перемещения котла и прочие параметры, которые реализуют соответственно оборудование.
Уважаемые коллеги, если не будет возражений, я чтобы кратко, я просто зачитаю то, что я подготовил. Уважаемые коллеги, я уже Алексей Станиславович в 2007 году закончил Рыбинский университет и поступил в аспирантуру нашего университета. Будучи студентом, начал заниматься научной работой и крутился и в студенческие годы, и позже на Сатурне. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию и стал работать преподавателем в Ярославском государственном техническом университете. В 2014 поступил в докторантуру нашего университета, а в 2015 был приглашен на предприятие наше Самарское авиаагрегат для внедрения различных методов поверхностного упражнения при производстве деталей авиационной техники. Под Алексея Станиславовича на заводе была создана специальная лаборатория, как говорилось. Алексей Станиславович разработал и апробировал уточненные методы расчета на прочность и крепление авиационных деталей сложной формы с использованием жесткости напряженного состояния, который учитывает изменение механических характеристик материала деталей в зависимости от соотношения компонентов напряженного состояния. Алексей Станиславович, как его отец Станислав Алексеевич, я его вспоминаю, который закончил ВАИ и аспирантуру ВАИ в нашем институте тогда, является достойным учеником школы нашего учителя Станислава Ивановича Иванова в области механики остаточных напряжений. Спасибо. Спасибо. Ученый-секретарь ознакомит с созданной ведущей организацией Подзорозовым. Значимость для науки и практики результатов полученных консультаций.
заключается в разработке методологии применения характеристики жесткости напряженного состояния для повышения конструкционной прочности эксперта. Отличный ряд достижений, которые были получены в результате сделали, мы, вернее, сделали.
все вот трудности технологии и вот конструирования, и вот те задачи, которые были поставлены совместно производить, вот, даже эти крылья из углепластика, тоже поддерживаются. Вот, я говорю о том, что сегодня острая конкуренция при производстве вот этих наших магистральных самолетов, новых, которые мы будем выпускать в России в ближайшее время. И вот создание конкурентоспособной продукции, основанной на высокой надежности, долговечности наших деталей, это действительно тема весьма актуальна. И вот работа, которая здесь вот представлена, она посвящена как раз решению вот этих важных проблем развития, может быть, нашей отечественной авиационной техники. Если в настоящее время большинство ответственных деталей машин имеет сложную конструкцию, концентраторного напряжения, которые являются инициаторами возникновения усталостных трещин и значительно повышают циклическую долговечность. Вот в данной работе я хочу отметить наличие двух компонентов. Это конструкторская часть и технологическая часть. Вот мне понравилось именно вот здесь работа отражена взаимодействие конструктора и технолога. Не только за счет конструкции, за счет я посмотрел на завод, действительно сделали какие-то усовершенствования конструкции, где повысилась долговечность. Ну и технологические методы, которые дополняют вот эту работу конструктора. И совместная работа конструктора и технологии, я считаю, сейчас самая главная задача, значит, у нас были в третьем, чтобы мы вместе рядом сидели конструкторы и технологи, помогали друг другу при производстве современных изделий. Поэтому вот название этой работы, здесь код, как раз подчеркивает содружество технологов и конструкторов. Это мне работа очень понравилась. Еще раз хочу объяснить, что действительно тема весьма актуальна. Значит, вот здесь уже много вопросов задавалось и по навесне. Я считаю, что действительно разработанные автором новые математические модели, новые методологии, они действительно использованы вот из области, значит, обработки металла давления, может быть, да, вот эти критерии жесткости. Но тем не менее, он успешно применит и, значит, при оптимизации, значит, конструкции, которой он занимался, и при оптимизации технологических процессов. Значит, ну, по поводу обоснованности, достоверности этих научных положений, о которых мы сегодня докладывали, и которые я пришел к предыдущему, действительно новые достижения. Я убедился конкретно, когда был на заводе, значит, и когда был здесь в лаборатории. Действительно, эти исследования проведены. Действительно, эти приборы, которые там используются для упрощающей работы, которые используют исследования остаточных напряжений, эти приборы работают, действуют, и они, например, более точные, чем вот наши приборы на Пермском моторном заводе, и он, который по методу Веденко использует остаточные напряжения, они более точные. У нас ионы дают достаточно большой разброс, при исследовании, значит, остаточных напряжений, дисков турбины на лопатке. Здесь более-менее стабильно показывают одинаковые результаты. Это достижение, я считаю, достижение области самой аппаратуры и самой методологии. Поэтому я считаю, что сильно работа достоверна и обоснована. Ну, что касается значимости для науки и практики, здесь уже были вопросы, которые действительно ответил на них. Здесь и в научном плане, и в практическом плане есть интересные достижения. И вот я обратил внимание на два момента, которые мы перед ним можем использовать на нашем Пермском моторном заводе. Это вот прокладка этих кромок, этих лопаток для упрочнения, для того, чтобы вот действительно попадают птицы там и прочие какие-то предметы посторонние, они нашу кромку, значит, разбивают. Методы и трещины возникают. Эти кромки, если мы таким методом упрощим, то, видимо, дефекта будет намного меньше. Значит, это
Одесса, значит, после ремонта она приходит с 92-3 и здесь можно действительно, значит, не выбрасывать диски, его перепротягивать, затем упражнять, мы получаем действительно повышение надежности, долговечности этих дисков. Одесса, я думаю, что этот руль климат тоже пробует себя пробовать, в том числе. Что касается соответствия к препарату, значит, я посмотрел, он полностью соответствует выводам и результатам сертификации. Основные результаты работы достаточно полно освещены. То есть, что здесь очень много вакуумных работ. То есть, ну, все равно в любой работе, как мы знаем, всегда есть замечания, на которых я хотел бы остановиться более подробно. Вот в первой главе недостаточно проанализированной научной работы отечественных ученых в области совершенствования процесса упражняющей обработки. Здесь были как раз такие вопросы, в частности, Кравченко, если который мне тоже будет первое понятно. Дальше работа, например, известный Бабичева, Анатолий Прокопович в Ростове-на-Дону, очень много он сделал для раскаленной техники, упражняющей обработки. Работы Андрея Баумана, Лянской, точнее, да и вас здесь много таких работ проводилось. Но вот ссылок на такие работы по уточняющей обработке, значит, не было. Поэтому вот некоторые моменты, о которых я сейчас дальше скажу, не были учтены при оптимизации технологической части этой работы. При проведении экспериментальных исследований не обосновывается выбор двух методов упражняющей обеспечения обработки, а также выбор инструментальных материалов. То есть, почему брали стальные шарики, почему стеклянные шарики, не обосновывались. Все лучше стальные, а чем хуже стеклянные. Да? С одной стороны, стеклянные шарики, они вроде дают меньше наклёк, но больше сжимающие. Стальные, наоборот, больше наклёк. Но здесь надо было немножко направление поработать. В качестве переменных при упрощающей обработке выбран только один фактор. Вот здесь соответственно даже говорил, что несколько факторов, но при проведении исследований он брал один – давление энергоносителя. Хотя весьма значимыми являются такие факторы, как время упрощения, расстояние от сопла, значит, угол подачи этих шариков, диаметр шариков, да, то есть вот этими параметрами работы не было приятно. То есть не однофакторный эксперимент можно было провести, а многофакторный эксперимент и получить вот эти эмпирические модели зависимости. Исследование физических свойств материала в зависимости от вида напряженного состояния проведено только на двух материалах. Конечно, желательно было бы дополнить перечень материалов из легких плавок, все испытания образцов, как статистические, так и циклические, на малоцикловую и многоцикловую усталость, проводились при нормальных условиях. Ну, следовало бы выяснить влияние температуры. Ну, вот и в компрессоре, мы знаем, тоже есть, потому что температура больше 100, не только на турбине, ну, там, за пределами температуры, что там будет, да, при высокой температуре. Это желательно было бы тоже рассмотреть. При экспериментальном определении остаточного напряжения автор использует разрушающий метод давления образцов и автоматический прибор АСБ-1, ссылаясь на уточненные методики разработки прибора. Но сами методики работы не приведены. Представляет интерес содержание методик и возможность их использования в других приборах для определения технологических остатков напряжений, в том числе и для неразрушающих методов, которые сегодня у нас предмет достаточно земленовский метод используют. Хотя, конечно, он является приближенным методом. Мы его просто для сравнения там берем сжимающий, стягивающий вот по глубине, пока используем метод рентгена, разрушающий метод.
заключение я хочу сказать следующее. Указанные замечания не уменьшают научную и практическую значимость основных результатов диссертации и могут служить в качестве рекомендации для продолжения исследований. Работа выполнена на высоком научном уровне. Результаты исследований подтверждают возможность формулированных автором научных положений, выводов и рекомендаций. Есть включены публикации и статьи. На основании вышеизложенного считаю, что рассматриваемая диссертационная работа Лукатова в лице является завершенной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, а также изложенные новые научно-обоснованные технические, технологические и иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны, что соответствует требованиям пункта 9 положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 года, номер 842, предъявляемым докторским диссертациям. Ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 01-02-06 динамика прочных машин, приборов и аппаратуры. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Владимир Федорович. Слово представляется официальному оппоненту Радченко Владимиру Павловичу, пожалуйста. Если мы
нужно создавать теорию пластичности и навешивать на теорию пластичности бесконечные добавки, чтобы будет тот эффект, этот эффект, этот эффект. Работа будет просто, теория будет просто неработоспособна, потому что идентификация параметров выполнить невозможно. Он говорит, а то зачем мы этим будем заниматься? Давайте мы возьмем все эксперименты, которые есть в природе, по материалам закона, по компьютеру, и он так сказать, пропагандировал так называемый метод тестирования сложного окружения ВМ. То есть перегрузить, не создавать теории, а загонять реальные экспериментальные данные для конкретных материалов, компьютер, и включать расчет уже не теорию пластичности, как сейчас заложено в России, а реальные экспериментальные данные. И тогда значит, мы уйдем от того, что надо создавать вот эти очень громоздкие и неподъемные теории пластичности. Так вот, с точки зрения фундаментальности, я здесь только работы с теми, то есть теми душами, когда говорят, что вот таком практически, что здесь делал? Он развил вот это, у них же не было возможности средств для того, чтобы реализовать это дело, потому что мощности современных компьютеров и мощности тех 70-х, 80-х годов, они не сопоставимы. А вот то, что у нас сейчас появилось, фактически и позволяет вот это сложное окружение ВМ реализовать. Вот Алексей значит, и реализовал эту фактически идею Ильюшина, вот с моей точки зрения, когда он загоняет вот, реальные свойства материалов, учитывая жесткость, ну фактически влияние, ну грубо сказать, влияние гидростатики на характеристики фотографической диаграммы. Он это и делает. Мало того, он считает, что вот эту концепцию Ильюшина обобщил на поверхностное пластическое упрочнение. Потому что впервые, потому что до этого работал просто с материалами, с металлами, с конфигураторами ученые работали. Здесь же он это перенес все на поверхностное упрочнение. Если вы видите там графики, то градиент напряжения огромное в упрочненном слое. Там три порядка на двух, на двухтах, там микроны, и там либо градиент идет, например, он пошел по другому системе, пошел через критерии, потому что и изменение свойств материала в зависимости от того или иного значения вот этих критерий. Поэтому все частые элементы новизны, которые он получил, они не имеют места быть. Вот с моей точки зрения, они вкладывают в рамку вот того, что я сказал. Это обобщение подхода Ильюшина с Демингтона на в том числе поверхностное упрочнение и не только, вот, и изменение методики расчета. Оно у него терпимо сначала классику загоняет, считает позицию, просто напряженность в одном состоянии, интенсивность напряжения максимальная где-то, но по критериям жесткости, но критерий дает другую локальную зону. И вот в этой локальной зоне он изменяет свойства материала, и показывает, каким образом материалы и еда будут стоять нагрузку с точки зрения негативного механизма. Вот основная, с моей точки зрения, фундаментальная проблема, в рамках которой он работал. И все эти 9 пунктов, я их, естественно, не перечислял, потому что они в территории есть, они имеют место быть в рамках вот этого фундаментального подхода. Вот. Поэтому, значит, еще раз говорю, да, вот еще что, интересный факт. Вот, вот там один из примеров, я его просто приведу, потому что, чтобы понятно было, почему нужно использовать вот такие критерии жесткости. Вот в одном из примеров он говорит так, что размах интенсивности вот, дельта-эпсилон деформации изменился в 1,75 раза. Да? Вот, такая величина. Но интенсивность напряжения от этого изменилась всего на 1,64% в рамках статистической погрешности. То есть классические теории ничего там не показали, ничего не показали, чтобы там произошло. А вот его критерий жесткости меняется на 3 порядка. То есть эти критерии жесткости, как диагностический принцип, признак, они на порядок лучше, чем вот классика наша, связанная с эффективностью напряжения. Поэтому тут были вопросы, как оптимизировать на основании критерии. Критерии, на основании критерии нельзя оптимизировать. Это диагностический параметр, при помощи которого многократными расчетами, меняя диаметр, меняя конструкцию, добивается того, чтобы критерий жесткости.
нужные, так скажем, достижения. То есть оптимизация – это процесс у него, а не какая-то формула, где надо что-то там дифференцировать, минимизировать и так далее. Потому что были вопросы, а что вот здесь у вас какая оптимизация, здесь какая оптимизация и так далее. Вот, собственно говоря, с моей точки зрения, основной элемент навесны, плюс все те частные задачи, которые он рассказал, и вот выбирать, вы все прочитали. Ну и дальше, собственно говоря, что у нас не утомляется, отзывы все выставлены, но у меня какие-то большие. У меня нет претензий ни к полиграфии, ни к диссертации, обрабатывать работу на уровне, вот все здесь отмечено, достоверность результатов служит, и эксперименты, сравнение с другими авторами, вот многократные двойные расчеты делают, то здесь тоже проблем у меня никаких не возникло, это все значит, здесь приведено. Замечаний у меня как всегда много, я их перечислять не буду, они в основном связаны точностью, может быть, изложение материала. Так это понятно, мне читатель, я считаю, это так средний уровень читатель, который понимает, иногда это просто непонятно. Единственное, конечно, достаток, который меня расстроил, это то, что не вот меня диссертация литературы, не отмечены вообще научную школу, которая работает не хотя бы в Самаре. Об этом и Анатолий Иванович говорил, но технический университет, где целая школа по украинскому есть, а библиографии нет таких рабочих. Ну, он сказал, ну, виноват. Ну, прости, что виноват. Мало того, еще и работа оппонента не отмечена. Из трех оппонентов одна работа с трех оппонентов. Из трех. Ну, вот единственное такое, довольно серьезное замечание. Остальные все замечания серьезные могут говорить тем, что автор что-то правильно сделает, а при когда с ним говорил, он объясняет это. Надо все-таки диссертации объяснить более подробно. Что касается исключения, я таких не буду, там полностью видимо, как положено потребный факт, поэтому я, естественно, по действию работаю. Она мне очень понравилась, поскольку она поняла, мы тоже можем доступную литературу. Спасибо большое, Владимир Павлович. Слово для выступления предоставляется официальному оппоненту Шепелю Вячеславу. Динамика, прочность, площадь, прибор и обратно. Спасибо за внимание. Ну что, слово предоставляется Алексею Станиславовичу для ответа на замечание. Или согласиться с теми замечаниями, которые того заслужили. Поэтому в этом пункте используем основные критерии жесткости и энергетические
по замечанию, хочу отметить, указанные замечания в школах рассматриваются в моделировании остаточных напряжений. Пункты 5.14.3 это численное моделирование начальных напряжений, моделирование их перераспределения и образование остаточных напряжений и остаточных информаций. Начальное напряжение – это абстрактное понятие, введенное в первые Актеенко по аналогии с первоначальными деформациями, введенными Дирбером. В природе они не существуют, так как в процессе обработки деталей вместе с деформированием поверхностного происходит одновременно и разгрузка, перераспределение остаточных напряжений. Аксеенко Александр Николаевич определял начальное напряжение на основе решения интегрального уравнения, работа Дукатова, Кислава и задача решалась методом последнего приближения, о чем указано в цифрах данной диссертации. Конкретно численные методы использования эквивалентных кристальных напряжений с применением метода конечных элементов предложены в данной работе впервые, а других подобных методик в известной литературе нет времени. Все, спасибо. Переходим к дискуссии. Кто желает выступить, уважаемые члены совета? Вопросы задавали, пора отвечать на них. Ну, вот это лекоработа, я знаком давно. Как мы тут слышали, наверное, уже года три, как эта работа обсуждается, да, выходит на финишный прямой. И за это время я заметил, сделал вывод, что эта работа все-таки обрела такую комплексность и завершенность. Но все вы, наверное, знаете, когда вы изучаете диссертацию, то если это работник университета, то в основном это теоретически такие исследования и немножко эксперимента, где у нас тоже есть возможность объем работы. Если это производственник, то наоборот, там эксперименты и немножко там теории, то эта работа получилась, я так считаю, сбалансированной. Есть много методов, которые являются специалисты говорят, что это новизна имеется. И главное, что он является и работником университета, и работником предприятия сейчас, имея вот за собой Иглецкий, он начальник лаборатории, да, такой огромный комплекс всяких аппаратуры, приборов, установок, он смог реализовать вот это вот подтверждение экспериментальное своей теории. Сейчас, если посмотреть, то там столько, значит, на таком объеме деталей проверили, это и диски, и лопатки, и валы, и, значит, там траверсы, и там всякие крепления, проушенные, смотрю, крепежные детали, шпильки и так далее. То есть эта работа получилась, ну, это комплексы, сбалансированные законы. Ну, еще хотел сказать, что когда начинал работать, вот название мне казалось немножко, я как-то осторожно отношусь к названию методологии, потому что люди считают, что, ну, методология – это самая-самая вершина, так сказать, разработки. Но здесь, вот, в данном виде уже, мы видим все компоненты вот методологии. Это метод новый, это методики, расчеты и проектирование, это алгоритмы, и это методики или программы испытаний. То есть здесь весь комплекс вот этих вот критериев и параметров, которые в правильном расположении или в последовательности создают методологию. И я считаю, что здесь, в общем-то, сейчас можно сказать, что эта работа является. Я считаю, что работа хорошая, качественная, что она как-то заслуживает присуждения ему. Спасибо.
Спасибо. Да, Гульманович, пожалуйста. Владимир Павлович Радченко, за что следует присудить.
степень доктора технических наук. Ну, на мой взгляд, я вот для себя в заключение выделил, что это в первую очередь это разработка новых комплексов, критериев напряженного деформированного состояния, учитывающий вид, жесткость напряженного состояния и уровень нагруженности деталей. Автором впервые отмечено, что на основе критерия жесткости напряженного деформированного состояния исследованы физико-механические свойства материалов и установлено, что напряженное состояние влияет на механические свойства материала. Это необходимо учитывать, соответственно, при расчете на прочность. И, соответственно, далее он предлагает впервые осуществлять расчет напряженно-деформированного состояния с учетом вот, изменения механических свойств, методом последовательных приближений. И я бы хотел, и здесь очень важно отметить, что разработан новый метод эквивалентных испытаний с использованием образцов с концентраторами напряжения для прогнозирования малоцикловой долговечности крупных валютных деталей. Но вот наш соискатель работает на АО-авиагрегат, где изготавливается взлетно-посадочное устройство, соответственно, и для наших основных летательных аппаратов, это и Суперджет-100, и, соответственно, Ил-76МД, или, как говорят, изделия Ил-76. И если посмотреть, там основная стойка, да, например, Ил-76, это очень крупногабаритные детали. И испытывать их, вот, реальные детали, это чрезвычайно дорогостоящее дело. Далее. Автором разработан энергетический метод и общие принципы определения режимов упрочнения. И я недавно спрашивал, можно ли вот этот метод перенести для других видов обработки. И я считаю, что это очень важно. Ну, вот результаты работы, они внедрены. И, соответственно, предприятия в Рыбинске и в Самаре, это подтверждает высокий уровень работы. Ну вот, в качестве замечаний хотел бы сказать, вот когда соискатель говорит о режимах упрочнения, да, я недавно спрашивал, что он понимает под параметрами, ну, можно сказать, что скорость движения шарика, да, масса шарика, можно отнести к параметрам режима упрочнения. Но когда-то мы говорим, поставить одно сопло, два сопла, какое расстояние между соплом и деталью, а какой вид шарика. Наверное, справедливо было говорить не о режиме упрочнения, а об условиях упрочнения. Это, на мой взгляд, более справедливо и более широко. Ну и как пожелание хотелось бы, чтобы возможно, уже ученики Алексея Станиславовича занялись таким вопросом, как вот, исследование деформаций после упрочнения ремонтных деталей. Так как он и сам отметил, что вот эти деформации могут выходить за пределы допуска. Что бы я еще хотел отметить. Человек, который в 34 года подготовил докторскую диссертацию и возглавляет лабораторию технологических проблем, это говорит о новом, это говорит об уровне его подготовки. Я поддерживаю работу и голосовать за. Спасибо, Дмитрий. Еще желающие члены совета. Тело, он больше там написал бы каких-то дифференциальных уравнений, методов выхода.
анализа куда-то вот туда повел. Нет, эта работа, она вот более в практическом плане, более в техническом плане, поэтому я считаю, что она все-таки правильно защищается по специальности микродинамики, прочих машин, приборов, аппаратуры, рассматриваются вопросы, ну, в первую очередь, связанные с прочностью конструкции, деталей, а не материалов. Математический аппарат, представленный в работе, качественный. Я считаю, что работу надо поддерживать. Но хотел задать вопрос, поискать, а в лаборатории сколько человек работает? Ну, то есть наш соискатель, из должности не совсем понятно, насколько крупный он руководитель. Из ответа понятно, что 5 человек, небольшая лаборатория, работы выполнялись силами и при организации самого соискателя. Ну, работу поддерживать, развивать там. Спасибо, Андрей Александрович. Еще желающие выступить есть? Будем подводить итоги, да, нашей дискуссии. Ну, я тогда несколько слов скажу, уважаемые коллеги, безусловно, и доклад, и вопросы, и выступления, и информация, которая получена от оппонентов, они более детально разбирались с работой. Свидетельствует о том, что работа актуальная, обладает научной весной, соответствует специальности, знаниям, прочности машин, приборов, аппаратуры. И результаты, конечно, имеют не просто научное значение, которое бы использовалось когда-то, но они уже внедрены и внедряются в производство. Это очень важно. Нет проблем с тем, чтобы хвалить работу и поддержать ее, проголосовать, но все-таки я хотел бы акцентировать вот тоже на ряде моментов. На мой взгляд, иногда непереборное трактование формулировок. Вот оптимизация. Никита Степанович задавал этот вопрос. Ну, ответы мы получили, оптимизация. Но вообще, когда говорят об оптимизации, те, кто это занимается настоящей оптимизацией, критерии оптимизации, критерии оптимальности и так далее, здесь этого нет. Здесь есть выбор из какого-то множества, но некоторых параметров, и это называется оптимизация. Иногда говорят, это рациональный выбор параметров. Вот оптимальность, насколько она обоснована, слово оптимальность. Ну и вот жесткость состояния тоже называют. Это введенный, я так понимаю, вами термин. Нет, он принятый идет. Принятый. Ну, значит, про жесткость мы все-таки говорили. Тогда жесткость деталей или жесткость каких-то конструкций, или жесткость материалов. То есть, не просто состояние, я помню, а все. Как надо более четко, особенно на заключение. И третье, на что я хотел бы обратить внимание, но вчера, по-моему, да, когда защита была в Совете по оптике и так далее, да? Вот тоже докторская диссертация, тоже хорошая работа, тоже многое сделано. Но как будто не пустое место, я об этом сейчас покажу. Тут я вам говорю, на своих предшественниках, где-то на плечах, кого строится, все это дело, вот как-то надо, ну, уважительно, что ли, упоминать. Можно отдельный слайд, там разбор какой-то слайд, но есть другие фамилии, которые назывались, как будто их нет. Вот, хотелось бы, и вчера тоже самое. Начали задать, ну что, вы пионерская работа, она откуда выросла? Ну вот начинается работа. Ну вы таких ученых знаете? Ну кого-то знают, кого-то нет. Возникает вопрос, если вы не знаете этих ученых, то, в общем-то, может, да. Вот эти вопросы, ну это пожелание. Пожелание не столько может быть Алексея Станиславовича, сколько научных консультантов, которые должны сказать, вот ты имеешь в виду, что вообще скажем тебя, Станислав Иван Челанов работал, и Константин Павлов работал, ну и если хотя ссылка на отца не всегда враги вызывает наоборот вопрос. Но тем не менее, вот это, я думаю, надо каким-то образом нам отражать, безусловно. Ну а в целом, конечно, работа заслуживает, чтобы ее поддержали, я тоже призываю членов Совета проголосовать за присуждение ученых.
данному производству и сказать, что нужно сделать так, это сделать так. Чтобы все было однозначно и реализуемо. Вообще, хочу сказать, спасибо. Потому что там понятно. И вообще, почему университет за все время я здесь. Хорошо, спасибо. Значит, переходим к выбору счетной комиссии. Вот есть реальное предложение избрать счетную комиссию Валякина Валерия Борисовича, Крючкова Александра Николаевича и Пруничева Николая Дмитриевича. Нет возражений? Кто за? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно. Просьба сейчас остаться членом диссертационного совета, остальных погулять несколько минут. Там. Так, уважаемые коллеги, счетная комиссия готова огласить итоги твоего голосования. Пожалуйста. Избранной комиссии. Комиссии, избранной для подсчета голосов, при тайном голосовании по вопросу о присуждении Булгакова Алексея Станиславовича, ученый степени доктора медицинских наук. Состав диссертационного совета учреждён комиссии 19 человек на период действия номенклатуры специальности научных работников. Кто за то, чтобы утвердить протокол, прошу.